Стало известно, в какие дни приднестровцы будут отдыхать в 2021 году. Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на будущий год. Самыми длинными будут новогодние выходные. Новогодние каникулы будут длиться с 1 по 10 января. 6 и 8 января приднестровцы тоже будут отдыхать, но отработать эти дни все же будет нужно 16 и 30 января. 23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на вторник, поэтому понедельник, 22 февраля, решили сделать тоже нерабочим. То есть в феврале приднестровцы будут отдыхать целых 4 дня, с 20 по 23 число. Поэтому суббота, 27 февраля, будет рабочей. В марте отдыхаем 3 дня подряд. Один праздничный выходной, Международный женский день, выпадает на понедельник. Май тоже принесет немало выходных. Приднестровцы отдохнут с 1 по 4 мая. На пасхальные праздники и в честь Дня международной солидарности трудящихся. Пасхальное воскресенье в 2021 году выпадает на 2 мая. А день поминовения усопших на понедельник, 10 мая. Это тоже выходной. В сентябрь подарит приднестровцам 4 выходных в честь Дня Республики со 2 по 5 сентября. Рабочий день перенесли с 3 сентября на 11. Эта сентябрьская суббота станет рабочей. Кроме того, трехдневный отдых предусмотрен с 6 по 8 ноября в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.